осознала относительно недавно, что мой первый брак был на зло. То есть ты любила кого-то другого, да. И ты на зло вышла замуж. Но в тот момент, когда я выходила замуж, я была уверена, что это не на зло. Даже когда я разводилась, я была уверена, что это, ну, не из-за того человека. Знаешь, вот я тебе объясню даже больше и лучше. Я была влюблена в человека очень сильно. О, он мне дал понять, что типа он ко мне относится как к сестре. У человека, говорят, в жизни бывает три любви. Первая детская, рай, которая разбивает тебе жесткое сердце, и третья настоящая. И вот знаешь, ни в одной из этих трех нет моего бывшего мужа. То есть можно сказать, что как таковой любви у тебя не было. Я когда прочитала вот эту цитату, вот тогда и поняла, что, блин, походу нас лукало. Ой, ребята, всем здорово, Саныч, на связи. Вы же понимаете, что только среди женщин могут быть такие разговоры. Представляете, вот там подружки там между собой, да, общаются, там, типа, да, вот. Девочки, представляете, я вот сегодня только осознал, что давала ему в попу, ребята, назло там Василию Петровичу, там, или там кому-нибудь еще, да, вот. Представляете, то есть она может спать с кем-то назло, замуж выйти назло. Ну, ребят, ну, скажите, Саныч, что ты такой пошлый, ребята, ну, когда люди женятся, они потом занимаются разными делами в спальне. Я думаю, вы понимаете, какими, как бы. То есть, ну, я просто быстрее прихожу к финалу. Ребят, вы можете там, Саныч, она всего лишь сказала про свадьбу, ребята. А после свадьбы они не во все щели не пердолились, да, короче, в спальне у себя, да. Назло, как она сказала, да. Поэтому, ребята, давайте называть вещи своими именами. Ребята, я реалист и живу в реальном мире, поэтому называю свои вещи своими именами. Вышла замуж, дала сами понимаете, куда. Ребята, поэтому давайте вот так не замещать понятия. Так что, ребята, представляете, вот скажи тебе чаечка, допустим, вот тут встретишься с чаечкой такой симпатичной, да, вот разденешь ее, рачком она станет, а там, ребята, вот так вот. Скажешь, омага, чаечка, это что за пропасть, что это за водопад Виктория? Она скажет, ты не понимаешь, я просто назло просто это все сделала, как бы, я не по любви, люблю я тебя, дурачок, ты не понимаешь просто, а это все, это назло, не обращай внимания.